привет. Попил чайки, которые приходили, и их очень было много, так что я запомнить не смог все. Вот, и подписывал их. Значит, вот такой чай. Так, я его кверх ногами. Не кверх ногами держу. Вот такой был чай. Написал, что с какими-то травмами. Ну, да, помню, привкус был какой-то. Что-то, не знаю. Может, ромашки, может, еще какие-то травы были. Вот такой синий, он с травмами у нас. Был вот такой маленький чай, кстати, отличался от всех остальных. Простой зеленый, простой черный чай написал. Ну да, да, он был просто черный чай. Не знаю, почему зеленая этикеточка сделана, но внутри был простой зеленый чай. Ой, зеленый, черный. Или зеленый. Наверное, зеленый. Наверное, вот этот зеленый был, а вот этот был черный. Да. Вот этот был зеленый. Такой маленькая таблеточка. Их три всего было. Они отличались от всех остальных. И вот он был зеленый чай. Простой, без каких-то вкусов, без каких-то добавок. Вот. А вот этот, хоть у него была и зеленая этикетка, он был черный. Так, пойдемте дальше. Так, вот такой светло-зеленый, наверное, какой-то золотистый. Был очень мерзкий привкус у него какой-то. Не знаю, мне вообще не понравился. То есть, если кто-то будет тоже заказывать, можете даже не пробовать. Да и по запаху он был, кстати, тоже не очень. Был еще вот такой зелененький. Это зеленый чай был с мятой или с мелиссой. Я у них как-то не очень разбираюсь. По мнению, на вкус одинаково, что мята, что мелисса. Говорят, что мелисса имеет привкус лимона, наверное. Но для меня не один вкус, так что это был с мятой, зеленый с мятой. Вот такой желтенький был со вкусом апельсина. Ну, как мне показалось, был со вкусом апельсина. Вот такой он желтенький. Там еще вроде они были коричневого цвета. Вот, ну, ничего, такой вкусненький, приятный вкус. Так, вот такой бордовый у нас был с вишней. Ну, даже по запаху, когда он еще даже не заваривается, он уже прям пахнет вишней. Так что, если кому-то нравятся такие фруктовые чаи, то вот этот вкусный. Так, ну, красный у нас каракаде, ну, или что-то наподобие каракаде. Там цветочки всякие, не знаю, лепесточки в нем. То есть тоже на любителя. Я как-то в детстве слишком много его выпил, и мне он сейчас не нравится. Но по запаху приятный. Так, и последний – клубничный. Вот такой коричневый. Они также были красного цвета. То есть можно перепутать было спокойно вот, даже вот с таким. То есть я отличал только по иероглифам. Вы тоже, когда если будете заказывать, то смотрите по иероглифам. У них вроде как бы цвета одинаковые, а иероглифы разные. Вот. Тоже вот, например, вот зеленый и вот зеленый. Как бы я определял только по иероглифам, что они разные. А так, пока не заваришь, непонятно. Так, ну вот этот с клубникой, тоже с клубникой мне очень понравился. Вкусный чай. Так что, кто закажет или найдет, может быть, отдельно заказать, то закажите вот с клубникой вкусный. Вот такой вот обзор чаев у нас был. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, вступайте в нашу группу и до скорых встреч.